Германия, спасни, вот такие вот фермерские магазинчики без продавцов. Здесь продаются у нас цветы различные. Вот здесь написана цена за штуку. Лилии, подсолнух, гладиолус, дарин какой-то. Вот цена 70 центов за единицу, там лилия евро 20. И вот вы срываете эти цветочки и в эту коробочку складываете денежки. Никто вас не проверяет. Все на честность. Такая небольшая плантация. Здесь лежит ножичек, что можно было отрезать. Как я уже повторял, все на честность. Ну, насколько я слышал, некоторые берут, срывают цветочки, никто же не видит, сколько вы бросаете. Это в основном наши, с нашим менталитетом. Бросают монетку небольшую, там нарвал цветов и поехал. Ну и здесь люди честные, поэтому друг другу доверяют.